Согласно принятым нормативным правовым актам, право на выплату разовой денежной помощи получают инвалиды первой группы из числа шахтеров, получившие инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, граждане, имеющие особые трудовые заслуги, герои социалистического труда, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы, а также люди, награжденные нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» первой, второй и третьей степеней. Для оформления документов на получение разовой денежной помощи граждане данных категорий или их доверенные лица могут обратиться в территориальное отделение Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Луганской Народной Республики в городе Красный Луч по адресу город Красный Луч, улица Студенческая, 4. Контактные телефоны территориального отделения фонда 282 70 323 46.